то, что мы сделали и в прошлом году для общеобразовательной школы, открытие точек роста, это все будет продолжено. Мы услышали. Но всегда, приезжая в те школы, которые сегодня получили новое оборудование, я радела за высшую школу. И вот сегодня мы услышали о том, что практически каждый вуз, каждый университет получит поддержку. И сумма была обозначена в 116 миллиардов на Российскую Федерацию. Я думаю, что это колоссальное вложение. Кроме того, мы все время говорим об инновационном развитии, а это наука. Так вот, беспрецедентные вложения в инновационные разработки наших ученых и во внедрение их в жизнь. По существу президент обозначил 1 триллион 600 миллиардов рублей. Но что я хочу подчеркнуть? Дело в том, что автоматически эти деньги ни в один регион, ни в один вуз и научную организацию не придут. Вот чтобы они пришли, мы сегодня же должны, что называется, приступить к разработке тех предложений, которые бы легли в основу нашего, так скажем, регионального портфеля, который мы могли бы как портфель заказов представить нашим партнерам и рассчитывать на эту поддержку.